көрпен поче. Карта анкермана, эзнер авнер. Кюнта мини, ахнер дюнер. Кюнта вермют. Цуктатники, тими, байрта, нарта, азерлаби, саган сетвясни, юраджана. Дорогие земляки, сегодня мы собрались здесь по очень важному, нужному для нас поводу, знаменательному. Священный месяц Рурса здесь, на Кочинрах Газруте, новую ступу открывает. Это значит, что на Чкаловскую землю пришло ниспошление небес. Сегодня с нами здесь Верховный Лама Калмыкии. Он осветит эту ступу. А значит, те традиции буддизма, которые присутствуют в нашем народе, сегодня здесь, на Кичинеровской земле, получат новый импульс, новое вдохновение. Наш народ прожил трудную жизнь и проживает тяжелую жизнь. Века страданий, года лишений. Но никогда мы не забывали своих основных ценностей. И самое главное, даже в страшной сибирской ссылке, подвергаясь унижениям, высылке из родных отчих домов, наши бабушки и дедушки берегли главное. Берегли танки, берегли религию, берегли традицию и передавали это нам. Сегодня здесь вы, дорогие земляки, именно вы, своими руками продолжаете эти традиции. Мне хочется поблагодарить вас и поклониться вам в пояс и до земли за то, что именно вашими трудами, вашими пожертвованиями эта ступа стоит на этой земле. Хочется поблагодарить и высказать особые слова признательности Ункееву Данатыкяевичу. Вот он и здесь до сих пор носится, а не отдыхает. Это благодаря его организаторским способностям и вашим желаниям и чаяниям эта ступа здесь сегодня с нами. Дорогие земляки, я искренне поздравляю вас с этим знаменательным событием. Я хочу вам сказать, что буддизм – это не просто религия для калмыков. Это то, что объединяло и объединяет нашу общность, невзирая ни на что. Десятилетие общения с его святейшеством Далай-ламой 14, часы бесед с ним, ну, поверьте, неофициально, конечно, убедили меня, что у его святейшества особое отношение к калмыкам. Особое отношение за то, что мы смогли и сохранили свою национальную самоидентичность, свою традицию, культурную, философскую и, главное, религиозную. Одним из последних подтверждений такой, ну что ли, особого внимания и даже любви к нам, наверное, явилось то, что наш земляк, великий сын нашего народа, Шаджин Лама Калмыкии, был назначен представителем его святейшества в России и в странах Содружества. Давайте помнить то, что нас объединяет. Давайте любить друг друга, слушать и внимать каждому слову, которое нам несут наши духовные пастыри, наш духовный лидер, его святейшество Далай-лама и его представитель здесь у нас, наш земляк, наш брат, ваш сын и внук Шаджин Лама. С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам! Белой дороги! Уважаемые односельчане, дорогие наши гости!